Всем привет! Сегодня у меня видео по любимой теме и аудиотехника. Сегодня вот коротенько снимаю видео гаражное. Такой аппарат у меня есть. Пока человек должен приехать забрать его. Продал его через Авито. Решил коротенькое видео снять, чтобы хоть маленько показать, что за аппарат такой. Philips, модель AS445. Данный аппарат представляет собой виниловый проигрыватель. Также есть тюнер, CD и двухкассетная дека. Выглядит он так, как будто отдельными блоками собран, но это фальшь такая. Как будто просто в корпусе выдавлено. Так, данный аппарат как бы, что в нем не так? У него не светится дисплей. Дисплей находится жидкокристаллически под таким темным стеклом. Видимо, подсветка дисплея не работает, его не видно просто. И проблема там, не видишь, какой трек или что-то там, какая частота радио вы настраиваете, не определить. Также на нем CD проигрыватель не рабочий. Работает только радио, виниловый проигрыватель и дека. Почему продаю такой аппарат? Ну, как бы мне интересна была тема, вот что музыкальный центр с виниловым проигрывателем. Я купил его. Качество звука желаю лучшего. Для меня неинтересно слушать в таком качестве звук. Данный аппарат, наверное, пригодился бы кому-нибудь на даче там или где-нибудь в гараже. Слушать радио, но иногда кассеты, возможно, пластинки. Поэтому я его решил продать. Занимает он много места. Давайте посмотрим, что вообще и как работает на нем. Включаем. Попробуем, давайте, с пластинки. Какую я нашел тут. Так, чисто для того, чтобы человеку показать в действии данный аппарат. Выбираем фоны. Не такой уж золотый мне достался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь такой вот эквалайзер есть. Несколько дорожек. Как же ночью снится мне деревня. Отпусти меня, не хочет родина моя. Также есть автостоп. Сейчас посмотрим, как это выглядит, когда пластинка заканчивается. Тонарм поднимается и на свое место. Данный проигрыватель производит пластинки 33 и 45 скорости. Есть переключатель здесь. Сразу извиняюсь за качество видео, потому что снимаю в гараже, освещение тут никакое. Так что вот, так, попробуем сейчас кассету включить. Радио не буду пробовать, антенну мне нужно, ее нету, как бы у меня внешняя антенна. Так, переключаем тейп режим.
Что еще можно тут показать? Радио, говорю, не могу подключить, антенна нужна. Ну, вот такие вещи делала компания Philips. Так чисто ширпотреб, я считаю, как бы он весит там по весу, там в нем он пустой весь. Техника несерьезная, но в свое время, наверное, тоже денег стоило своих. В принципе, на этом все. До встречи. Будет время, есть что поснимать. Уложу. Удачи и пока.